Ребята, всем привет! И сегодня, как вы могли уже догадаться по превью, я играю с Вилли. Я не знаю как, но я смог попасть к нему в лобби на начало стрима. И, ну, я разделю это видео на две части, так как оно получилось очень большим. Ну а перед этим я хотел бы попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы вы не пропустили вторую часть. Сейчас разминка, и скоро пойдет первый раунд. Так, Рома Грис со своей ВМ нас убил. Так, все. Я немножко увеличу звук, чтобы вам было лучше слышно. Так, возьмем 5-7, наверное, и слепу. Так. Пойдем, наверное, сейчас на А. Бленд. А хотя нет, давайте на Б. Так. В тоннельчике. У нас вроде бы никого нету. Да, в тоннеле никого нет. Мы проходим дальше, и здесь тоже никого. Скорее всего, все на миду. Так, здесь несколько человек. Одного надамажил. А другие прячутся где-то. А, понимаю. Что-то не видно. А, все, убил. Еще один там. Давайте лучше отойдем немножко. А, я один остался. Все, убили. Шотик. Так, у нас заложила бомба. И я остался один на один с Вилли. Ага, прикольно. Так. Ага, он походу с диглом играет. Ну, тут понятно. У меня было мало хп очень. Следующий раунд. Что же взять? Возьмем, наверное, СМ-110 и пойдем на апленд. Здесь никого нет, поэтому будем следить, чтобы никто не пришел. Нифига там, сколько. Там что, больше 5 человек? Так, одного забрали. Надамажили. Они оттуда будут вылазить, то есть все. Так. Одного еще убили. А, все, здесь больше никого нет. Хотел взять КР-12, но кто-то его забрал уже. Дадим слепу. Ага. Ладно, возьмем калаш. А. В смысле 28? Я же ему вроде в хедшот попал. Ну ладно. Так. Он вроде остался один, а у нас еще несколько человек. А. Понимаю. Один у нас. Все, выиграли, затащили карту. Один-один пока что. Так, я взял М16 и слепу. Надеюсь, сейчас будет больше шансов выиграть. Пойдем на А опять же. Потому что, мне кажется, они туда будут ходить чаще всего. Так. Даем слепу. Надеюсь, кого-нибудь ослепило. Ага. На миду там несколько человек было. Так. Там вроде никого нету больше на миду. А не, есть там несколько. Похоже, она не нас с мида обходит. Так.
Так, надамажил одного. Хорошо. Все, убил. Больше никого там нет. Ага. И остался вроде бы один Вилли. А, его тоже уже убили. Так. А кто тогда остался у нас, я не пойму. А, вон. Еще один. Так. Сейчас он может выйти, просто опасный момент. А, он заглушен был. Так, 2-1 нашу пользу, но проигрывать все равно нельзя. Будет обидно очень. Так, пойдем на Б. А то на Б что-то не ходим. Почти. Дадим смок, чтобы нас было хуже видно. И небольшую слепу. Тут там кто-то на меду есть. Ничего, он себе 8 хп мне оставил. Так, ладно. Все, убил. Рома Гризу убил. Интересно, с чем он был. Так. У нас там еще несколько игроков осталось. И, похоже, его сейчас заберут. А, не, он забрал наших. Так. Он, похоже, идет на А. Тогда мы тоже. Вижу. Да, что произошло? Обидно очень. Так. У нас остался вроде бы один. Так. Мне сейчас кажется, или мы можем проиграть этот раунд. Так. У нашего очень мало хп. О, хорош, забрал. Так, хорошо. Пока что 3-1. Но все равно расслабляться нельзя. Так. Берем М16 и с флешку. Пойдем на А. Ну или на мид. Давайте все-таки на А. Так. Дадим флешку. Опа-на, это как меня ослепили. А-а-а. Понимаю. Так. У нас еще, в принципе, есть тиммейты. Большинство у нас. Так что, надеюсь, выиграем. Походу нас сейчас заберут. У них больше. Все, забрали нас. 2-3. Так. Ладно, больше им постараемся не проигрывать. Все, как всегда, берем оружие, то же самое. И... О, двоирус. Прикольный. Очень нравится этот скин, кстати. Так. Пойдем на мид сейчас. Может, там кого-то сможем убить. Так. Вроде бы... А, нет, там есть кто-то в домике. Так, надамажил. Не вижу никого. Опа, убил. Хорошо.
Вроде бы там больше никого на миду нету. Главное, чтобы нас не... А, не заметила я его на карте. Был показан он. Ага, понимаю. У нас один АФКшит. А, он еще и лагает. Хотя у него вроде нормальный пинг. Bomb has been planted. Похоже, этот раунд мы проиграем. Да, что-то у него очень сильно лагает. Все, его убили. Возьмем, наверное, дробовичок. И все. Наверное, была плохая идея выходить на них дробовиком. Ну все, это, скорее всего, мы проиграли эту катку. Потому что у нас осталось мало человек. Одного забрал, хорош. Авапу взял? Зачем? О, нифига! Блин. Похоже, он очень хорошо с авапой играет. Не, ну он прям красава. Двоих убил. Так, ну бомба уже, они заложили бомбу. Он может нас теперь дефьюзить. Да, он не успеет уже. Играли опять. Что-то они нас начали выигрывать. Надо поднажать. Так, возьмем фумасик, наверное. Они, скорее всего, опять пойдут на... Но это не точно. На миду там кто-то есть, но я не вижу, чтобы там было много. У меня никак. Там кто-то есть, точно. Ага, меня ослепили. Хорошо, что не убили еще. Так. Дамажил одного. Там их вроде бы много очень. Только их не видно. Так, здесь нет. Ого, ничего, челик, гранату убил. Так. Вроде бы на А больше никто не идет. Скорее всего, сейчас с меда нас пойдут обходить. Так. Ну, вроде там один остался. А, он сзади. Ой, мой. Так, ладно, перезадимся. Угу. Он, скорее всего, пошел на Б. Так. Да, мне кажется, ей услышали. Да, вот. Все убили. Координат возьмем.